Всем привет, это Matt Lacoste Channel, вы смотрите 15-ю серию прохождения игрушки Посейдон Повелитель Атлантиды. В прошлой серии мы выполнили все, что нужно. Давайте я здесь оставлю в сторону 20 сосудов с маслом и подождем, когда закончится данная миссия и придем к строительству колонии. Ну, что-то в этом роде. Так, я молчу, чтобы рассказчик меня не перебил. С рассветом Аутака наступило время придумать и установить колонию на новой земле. Кто знает, что за потрясающие вещи будут открыты. Плексаур, один из твоих доверенных советников, согласился присмотреть за Аутаком, пока ты отправишься в новое путешествие. Перед тем, как ты начнешь свое плавание, помни, что Симфония Итикос предоставляет тебе покровительство богов только тогда, когда ты остаешься на континенте Атлантида. Атлантийцы в других частях мира не защищены от атак богов и монстров. Ну, что-то интересное начнется, видимо, если выйти за пределы Атлантиды. Давайте нажмем далее. Так, у нас целых 4 варианта, я так понимаю, для строительства колонии. Так, первый вариант. Ионира. Это таинственная красная земля, искрится на солнце. Вероятно, здесь орехалк можно будет добывать или бронзу. Что-то в том роде. Следующее. Бименис. Небольшой архипелаг, расположенный на основных торговых маршрутах. Видимо, здесь нужно что-то вроде торговли устраивать будет. Копан. Идеальное место для возведения исследовательского центра, чтобы симулировать свободный обмен идей между атлантцами и майя. Видимо, здесь нужно развивать науку. Так, и Куело, или Суело, я не знаю, как правильно, идеальное место для эффектных пирамид. Интересно, интересно. Так, чтобы где мы мне построить. С одной стороны, по логике вещей, если здесь вот в Янире находится скопление бронзы, то это мог бы быть самый крутой поставщик бронзы, можно делать статуи и продавать их. Так, с другой стороны, хочется что-нибудь интересного, конечно, построить. Пирамиды здесь какие-то. Здесь какие-то научные исследования. Ладно, давайте попробуем перейти сюда. Вдруг там будет источник бронзы, и это мне потом поможет в дальнейшем немножко. Красный остров. Само имя повергает всех атлантийцев в трепет. В самые ранние годы Атлантиды только наихрабрейшие герои отваживались ступать на остров. Эти герои рассказывали истории об опасных монстрах, ужасных зверях, сотрясающих землю катастрофах и удивительных залежах орехалка, найденных там. Именно на Малиновом острове был найден священный угловой камень для цитадели Посейдона, и сам Ахиллес прибыл сюда, чтобы добыть орехалк для начертания симфонии Итикос. Пришло время доставить на остров цивилизацию и приручить дикие вещи. Так, ну, видимо, бронза здесь нам не светит, но зато здесь будет орехалк точно. Ну, давайте тогда перейдем и посмотрим, что здесь у нас вообще находится в этой колонии. Так, можно посмотреть, что здесь у нас какой-то... Ух ты, здесь... В общем, здесь довольно много места, в принципе, если посмотреть так. Ого, а это остров прямо весь здесь находится на одной карте. То есть мы отрезаны от мира. Ага, есть только одна единственная дорожка сверху ведет, видимо, с которой к нам будут приходить люди. Интересно, как они будут приходить, в плащ, что ли? Ну, ладно. Что у нас тут на острове есть? У нас здесь очень много залежей орехалка. Очень много. Здесь рядом у нас каменоломня черного мрамора, залежи черного мрамора. Так, у нас лес есть. Лес мы можем добывать? Так. Нет, не можем. Мы можем только белый мрамор добывать, черный мрамор, бронзу и орехалк. Мы еще можем переплавлять бронзу в скульптуры. Так, здесь у нас волки. Здесь небольшие залежи меди. То есть
Бронзу здесь мы тоже сможем добывать и небольшие залежи камней. То есть мрамор тоже здесь добывать можно. Отлично. И наверху здесь у нас болотистая местность, и, видимо, нам придется все размещать где-то здесь. Сверху. Так, здесь я, наверное, даже немножко почищу лишний лес, но все равно он мне особо не нужен. И вот из него ничего делать не могу, добывать нельзя его, поэтому давайте его уберем, чтобы побольше места было свободно. Хорошо. Еду, видимо, придется закупать у всех там, кто есть рядом. Так, вот здесь Азиум продает пшеницу и вино. Так, апельсины, лес, доспехи. Это неинтересно. Устрица Рехалк тоже неинтересно. Да, надо с Азиумом торговать. И потом с Диа Прей торговать. Ну, давайте начнем. Да, и с Азиумом. Азиум покупает скульптуры, доспехи. Так. Цех скульптора. То есть мы можем добываемую бронзу переделать сразу же в скульптуры и продавать скульптуры. Вот. Это, по-моему, будет замечательный ход. Так. Вот, видимо, все только сверху будут приходить. Сверху же уходить. Так, ладно. Сам квартал я, наверное, расположу где-то вот здесь, даже, возможно, чуть-чуть пониже. Так, первый квартал. Он трудный самый. Так. 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 Ай, зараза. Так. Ну, исчезай. Так, это я из-за того, что такую маленькую скорость, что ли, выставил? Так медленно исчезает. Кошмар какой-то. Так, ладно. Сами складские помещения расположу где-то вот здесь вот. Ух ты, ехидна пришла ко мне в город. Нужно построить замок Беллерофона. Это, видимо, еще один герой, наездник Беллерофон. Никогда такого не слышал. Ехидна. Я мать всех чудовищ. Вы встретили себе равного. Ага, окей. Значит, она находится здесь у нас. Так, и она, видимо, будет располагаться довольно близко к нам. Так, и боюсь, что она, собственно, к нам и идет. Не знаю, как она здесь будет пастись, но как-нибудь мы пробуем с ней совладать. Так, возможно, прямо напрямую здесь орехалку добывать нельзя будет. Ладно, пусть она здесь пока пасется, надеюсь, она не будет атаковать. По крайней мере, не так явно, как хотелось бы. Так. Здесь Агора. Давайте сразу же буду торговать едой. Все необходимые здания. Так, потом фонтан. О, народ идет сверху. Лазарет. Сторожевой пост. Так, и было бы с них круто еще собирать дань, ну как бы налоги. Так. А будем дворец здесь запилить. Ладно, с этим чуть попозже. Затем здесь нужно что-то вроде складов запилить. Так, это у нас здесь амбар. Давайте складов парочку. Затем, чтобы он здесь ничего не развалилось, еще один домик смотрителя. Окей. И сейчас нам надо торговать с Азиумом. Так, порт на Азиум. Отлично. Так, здесь можно кучу портов рядом укомплектовать. Так, и мы закупаем пшеницу. Отлично. Пусть она закупается. Так, ехидна вроде особо не выходит в наш город. Какая интересная змейка. Так,
Так. А, это она волков уничтожает. Ладно, пусть уничтожает. Так, я, наверное, сейчас построю зал героев для этого товарища. Что тебе нужно? 15 лошадей в городе. О, господи. Это, конечно, жесть. Ну, ладно. В принципе, лошади, они не так сложно, так сказать, добываются. Им нужно просто много пшеницы. Придется ее много выкупать. Так, налоги нужно покрывать. Интересное задание. 10 тысяч драхом сокровищницы. А, куча орехалка и куча вина. То есть, видимо, нам придется все-таки эту эхидну огибать аккуратно, потому что нужно зарабатывать деньги и все такое. Без этого никак. Ладно, надеюсь, эхидна она не такая агрессивная. Ну, то есть она не будет к нам ломиться в город. То есть вот она здесь ползает вроде. И пусть и дальше ползает. Так, а тут у нас орехалк. Тут тоже орехалк. В принципе, возможно. Так, а позвольте, позвольте сейчас. Скорость немножко меньше. Как здесь вообще к орехалку-то подобраться? Так, и боюсь. Так, так, так. А нет, 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 нет. Так. У меня терзает смутное сомнение, что эхидна находится как раз на входе в как бы кусок карты, где находятся все скопления орехалка. То есть орехалк добывать никак нельзя, пока мы не убьем эхидну. Вот. А до бронзы мы добраться можем. Ну, до залежи меди. Поэтому медь можно добывать, а орехалку нет. Вот. Интересное решение. Так. Давайте я дорожку сразу же проведу для того, чтобы добывать хоть как-то там что-то там. Так, пшеница должна импортироваться, по идее, скоро приплывет торговец и продаст нам пшеницу. И тогда там немножко разовьется дело. Так. И где-то здесь у нас будет находиться, собственно, места для добычи меди. Для добычи бронзы. Потом эту бронзу будем переплавлять, я думаю, в скульптуру. И скульптуру можно будет продавать. Так, этого товарища, наверное, немножко куда-нибудь перенесу. Куда его перенести? Вот куда-нибудь вниз можно перенести, чтобы он не мешался. Так. Вот. Живи тут. Так, я тебя отцеплю. Вот, все, живи тут. Так, еще мне, кстати, нужно где-нибудь поставить дворец. Давайте его прямо здесь вот и поставлю рядышком. Так. Как-нибудь вот так вот. Пусть он здесь стоит. Ага, и можно теперь собирать налоги с этого квартала. Отлично. Так, появилась пшеница. Пшеницу теперь можно раздавать людям, если у меня квартал начнет потихонечку расширяться. Как только у меня достаточно рабочих будет, так, кстати, зарплату можно немножко повысить, да очень высокой, очень временно. Так. Так, сейчас им еда начнет распространяться, я обратно на зарплату понижу. Так, так. Ага, народ попер. Попер народ. Отлично. Так, для дальнейшего развития нужны ученых. Давайте им поставлю библиотеку. Отсюда куда-нибудь. Так. Окей. Так, безработные появились. Это хорошо. Зарплата нормальная. Безработные все равно появляются. Это чудесно. Так, для дальнейшего развития нужна шерсть. Мне не хочется тратиться на шерсть.
Я бы, например, устроил здесь еще один квартал. Даже, знаете, где-нибудь вот здесь вот рядом. Так. Нет, ехидная не нападает. Ехидна там пасется, пусть себе пасется. Так. Давайте здесь построим еще один квартальчик. Рабочий. Чтобы обеспечить себя большим количеством рабочих без закупки всякой фигни вроде шерсти и все такое. Так, еще. Еще. Так. Отлично, население 500 людей. Так, здесь я, наверное... А так как горы сюда поместятся, нет? Поместится прям вот чудесно поместилось между этими камнями. Давайте им еду будем раздавать. И потом все необходимые... Я Янис, бог вина! Поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится! Так, Дениса мне тут только не хватало. Так, ладно. Смотритель, пусть он здесь живет. Затем фонтан, лазарет. Эта штука. И налоговая служба. Окей, пусть они здесь находятся. И можно, в принципе, сюда же где-нибудь сразу же поставить библиотеку. В принципе, с другой стороны можно это все устроить. Наверное. Библиотеку. Ух ты, ё-моё, 39% безработных. Это плохо, это ни в какие рамки. Поэтому сейчас быстренько строим литейные цеха. Ух ты, мрамор. Спасибо. Так. Так, у меня закончилось место. О складах. Давайте вот так вот склады расположим. Здесь пусть будет дорожка для дополнительных складов. Даже вот так вот пусть будет. Так, и дальше я хотел здесь построить литейные цеха. Штуки 3 давайте построим. И здесь нам нужно сейчас еще поставить производство. Где-нибудь здесь давайте дорожку сделаем маленькую. Это будет у нас производство скульптур. Парочку поставим. Ну, вот теперь безработная, для всех безработных нашлась работа. И даже сейчас еще появятся, да, нужны рабочие. Так, и скульптуры, которые будут выплавляться, мы их будем продавать. Все. Я все свои деньги расходовал на всякую фигню. Так, масло оливок. Масло оливок, оно мне, конечно, не особо нужно, но... Ладно, пусть будет. Так, налогами я себя покрываю, мне нужны лошади, много денег и так далее. Так, ну сейчас будет как раз вот все идти в направлении много денег. Так, вам нужна шерсть, а вам нужна... Что вам нужно? Вам еда нужна. Вам еда еще не пришла. Так, еда, конечно, 24 в год. А, январь. Сейчас должны закупить еще еды. Для всех. Возможно, придется еще какую-то еду покупать у кого-нибудь. Вот можно покупать апельсины у Амфера. Так. Устрицы можно покупать у Ксилифа. И он, кстати, тоже покупает скульптуры. То есть давайте еще с Ксилифом будем торговать. У него будем закупать устрицы, а ему продавать скульптуры. Вот, поставим вот так вот. Давайте устрицы будем закупать. Ох, надеюсь, у меня денег-то еще хватит. У меня деньги почти закончились, почти все. Возможно, даже придется кого-то в долг просить. Так, Атлантис. Так, что там? Опасный по духу. Так, еще у нас есть город-прародитель и все такое. Давайте Драхму попросим у Атлантиса. И
Все, будем ждать, что здесь будет дальше происходить. Сейчас, по идее, должна добываться бронза, переплавляться. Бронзы должно быть много. Должны появляться скульптуры. Скульптуры должны продаваться. Так, мы закупили. Ага. В минус я даже не ушел. Отлично. Так, здесь все развивается. 50 рабочих требуется. 44 требуется. Я Дионис, бог вина. Поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится. Так, так, так. Землетрясение. Так, ну хорошо. Землетрясение, оно далеко от моих построек всех произошло, поэтому я вроде ничего не потерял. Это радует. Так. Амбар еще один, наверное, надо куда-нибудь засунуть. Как минимум еще один. Давайте его сюда поставим. Так, скульптуры первые создались, и скоро они будут продаваться. По 640 единиц каждая. То есть это, по сути, золотая жила, или что-то вроде этого. Так, здесь с рабочими все чудесно, только для дальнейшего развития им нужно ученых. Давайте им поставим библиотеку. Да, пусть здесь стоит библиотека. И вообще, все остальные научные здания, видимо, придется располагать как-нибудь аккуратно, немножко вдалеке, потому что здесь береговая линия нужна будет для торговли. С этим нужно будет что-нибудь делать. То есть, возможно, здесь не очень удачное расположение этого квартала. Ну да ладно. А с другой стороны, можно их особо сильно-то и не развивать. Так что все хорошо будет. Так. Так, так. Сейчас здесь скоро должен появиться монумент, потому что у меня, по идее, сейчас 1000 людей должно получиться. Жителей. И с этим все будет хорошо. Уже 2000 рублей. То есть сейчас уже проблем с деньгами не будет. Хотя, с другой стороны, 2000 рублей. Лава, да? Ё-моё. Так. Это тоже, конечно, интересно. Как далеко она распространится. Так, ага, это все, что ты можешь, лава. Ладно. Лава здесь, конечно, отрезала кусок прохода к черному мрамору. Но, возможно, к нему можно будет пройти откуда-нибудь сверху. Но с другой стороны, зачем мне черный мрамор здесь? Вроде он мне особо ни зачем не нужен. Так, скульптуры продаются. Так, бронза добывается. Здесь все переплавляется. Еще одна статуя скоро будет завершена. 15% безработных. Это плохо. Так. Что там? Достаток жилплощади. Так, 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 литейный цех. Давайте еще поставлю один, что ли, например. Ладно, и пусть пока они производятся. Сейчас я думаю, куда мне ездить безработных. Я вспомнил, что этому Беллерафону нужны лошади в городе довольно много. И поэтому, наверное, я здесь построю дополнительно места для производства лошадей где-нибудь здесь рядом. Так, конюшню. Так, давайте раз конюшню, два конюшню. Так, вот давайте даже отцепим. Здесь пусть будет своя контрольная служба. Все. И, видимо, здесь сейчас мой народ весь будет на устрицах питаться. А пшеница будет вся уходить на лошадей. Так, Афина, Дионис. Здесь какие храмы могу строить? Афина, Дионис и Атлас. Интересно. Ох, ё-моё. Затрясение-то где?
Это где-то рядом с залежами мрамора. С другой стороны. Так, и возможно оттуда опять лава будет литься рекой. Но все равно это пока что мимо. Меня не задело. Это хорошо. Так, 2% безработных. Нормально, самое то. Так, у меня уже начали появляться лошади. Так, типа я нуждаюсь в скульптурах. Так, и что, мне теперь не продавать скульптуры? Это вы же офигели. Господа хорошие. Зачем ломаете мой бизнес? Ах, придется они продавать. Или, я не знаю, можно увеличить производство. В таком случае. Давайте еще вот так вот сделаем цеха скульптора. Да, нужны рабочие. Литейные цеха, давайте их количество увеличим. До 6 штук. Вот. Так. Ага, это все еще пасется здесь. В город не выходит, это хорошо. И у меня опять закончились деньги. Так. Целых 8 скульптур ему нужно, да? Зараза. Можешь с ним поссориться, не знаю. Или можешь у других людей позапрашивать деньги. Так. Фера, давайте денег запросим. У тебя... Так, у тебя нельзя просить. У тебя тоже нельзя просить. Так, и у тебя давайте драхом попросим. Так, у тебя можно попросить? Можно. Давайте тоже драхом попросим. И, в принципе, пока что можем тогда прожить. А, пусть скульптура производится. И скульптуру мы потом отдадим. Так-так. Ага, 5 лошадей уже произвелось. Я построил специально 2 загона, потому что каждый загон, он там 8 только лошадей производит. Так, 800, 800, все дали по 800, окей, нормально. Да, я знаю, что вам нужны скульптуры. Так, а с другой стороны, Рихалк, 5 месяцев. Ну, знаете ли. Я Дионис, бог вина, поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится. Вот запросы на Рихалк, это, конечно, немного глупо, потому что я Рихалк не могу, как бы, добывать. Как бы вообще. Так, здесь у меня народ что-то еще ходит. Вода к ним не дошла. Почему-то зачем-то. Так. Что тут мне не хочется вот отдавать? Конечно. Скульптуру, тем более он еще обидится. Потом, что я все равно скульптуры. Но поздно отправил. Так, а Рихалк мне, видимо, придется купить, чтобы отдать. Он, зараза, дорогой. Так, а сколько ему надо? Ему нужно 7 Рихалка. Давайте. Как раз вот 7 штук купит. Купим. Так, 7. Ну, короче, денег хватит, в принципе, на 7 единиц Рихалка. Так, давай. Так, Рихалк, в принципе, уже закуплен. Больше покупать нет. Так, нет, он был не до конца закуплен, он только 6 единиц купил. Так, деньги в минус ушли. Спасибо. Так. Отправим скульптуры. Теперь скульптуры мы свои будем продавать. Ага, Рихалк я купил нужное количество. Да, эту штуку давайте отправим. Все, и теперь я будем копить деньги. Бог вина, поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится. Так, лошади 12 в запасе. Так, они там не сильно обиделись. Антис равнодушный. Да, предоставил, но поздно. То есть вот
много минусов, очень много минусов. Короче, они сейчас все у меня не очень хорошо думают. Ну ладно, по идее сейчас я уже смогу себя сам обеспечить, по-моему. Да, у меня финансы уже идут наверх. Так, здесь точно ведь по 8 они должны помещаться. 800 пшеницы, полностью укомплектован. 12 лошадей в запасе. То здесь что ли по 6 так помещается? Так, видимо, да, здесь по 6 помещается лошадей, и, наверное, имеет смысл тогда построить еще одну конюшню. Так, вот здесь это располагается. Так, окей. Еще одна конюшня, одна коняшня. Так, для дальнейшего развития нужна шерсть. Так, 112 рабочих требуется, вам не дошла вода. В чем проблема-то? Вот же фонтан стоит. Давайте вам еще один фонтан поставлю. Так. Я сильный и великий Атлас. Так, Атлас опять рекламирует себя. Так, лошади у меня скоро будут достаточно. Драхмы тоже будут достаточно скоро. Надо будет потом закупить орехалку и вино, как бы их сохранить. И тогда можно будет призвать Беллерофона и наказать Ехидну. Так, так. Ну, в принципе, нормально. Мы здесь уже потихонечку развили немножко совсем наш город. И, наверное, в следующей серии мы выполним все нужные пожелания. Ехидна. Убийство Ехидны. Ну, вроде что делать дальше понятно. И этим мы займемся в следующей серии. А на этом я данную серию закончу. Всем спасибо за внимание и до следующей серии. Всем пока.